Коллекция посвящена всемирному потопу и Ноеву ковчегу, но события перенесены в будущее. Как вы, конечно, помните, Ной и его семья посадили в ковчег 7 видов разных животных, чтобы потом с ними построить с нуля новое общество, новый мир. В коллекции мы исследуем эту тему, обращаясь за вдохновением к разным животным. Как видите, тут есть и львы, и тигры, и леопарды, и крокодилы, и насекомые, и даже журавли. Всего 7 видов животных. В этом сезоне я решила одеть модели в практичные функциональные наряды. В коллекции чувствуется отчетливая футуристическая нотка, ведь действие происходит в будущем, лет 100 спустя, пожалуй. В коллекции представлено 4 цветовых блока – красный, нежно-розовый, синий и желтый. Именно эти 4 цвета во всевозможных сочетаниях лучше всего отражают эстетику бренда. Мы всегда любили яркие, насыщенные цвета, которые заряжают энергией и помогают выразить индивидуальность. В коллекции представлены и знаковые для бренда модели, над которыми мы работаем уже 4-5 сезонов подряд. Наши своеобразные визитные карточки. И кое-что новое, вот такие наряды, например. Более лаконичные, простые, зрелые, чем то, что мы делали раньше. Топы с глубокими вырезами мы сочетаем с брюками в спортивном стиле. Как видите, в коллекции представлено немало красивых образов. Мне особенно нравятся модели одежды с принтами, которые плотно прилегают к телу. Еще одна изюминка коллекции – большие рюкзаки в виде насекомых. Они тоже представлены на фото. Рюкзаки выполнены в 3 размерах. Эти практичные аксессуары притягивают взгляды за счет необычного дизайна и внушительного размера. Итак, в коллекции представлены рюкзаки в виде насекомых. В этом сезоне нашим спонсором выступила фирма Adidas. Так что сегодня все, без исключения модели, выйдут на подиум в обуви из новой линии Adidas Tubular. А также в сотрудничестве с Adidas мы создали уникальную модель обуви с нашим принтом. Вся нижняя часть выдержана в желтом цвете, на ней изображен тигр. Получается, вас как будто всегда сопровождает тигр, куда бы вы ни шли. Это потрясающая модель обуви, дизайн действительно очень интересный. А также в этом сезоне мы сотрудничаем с тайванским обувным брендом Epsons. Они представили нам все эти элегантные туфли на высоком каблуке. Мне нравится ткань, которую вы сейчас видите. Ее производят в Маниле на Филиппинах. Кстати, с этим поставщиком сотрудничает Шанель. Работая над этой тканью, мастера используют техники ручного плетения, что делает каждый экземпляр уникальным. Как бы вы описали героиню коллекции Angel Chen? Что ж, думаю, если бы мне задали такой вопрос, я бы ответила, что она бесстрашная, ни на кого не похожая, уверенная. Как видите, в коллекции представлен черно-белый образ. Никогда еще мне не доводилось создавать черно-белый наряд. Ведь еще в начале карьеры я заявляла, что черно-белых образов не будет, или черные, или белые. А сейчас все-таки решилась. Принт имитирует кожу крокодила, и нарядов с таким принтом 2. Мы же повторяем задумку Ноя. И вот я решила показать вам этот принт, так, чтобы его можно было рассмотреть в деталях. А в конце показа на подиум выйдут модели в желтых тотал-луках, тоже по парам. Особенно хочу отметить запоминающиеся желтые плащи из водонепроницаемого материала. При работе с этой моделью одежды мы использовали инновационные технологии. Пожалуй, 2 первых образа и 2 последних лучше всего отражают концепцию новой коллекции.
Ваши впечатления от показа? Потрясающие. Великолепная коллекция, я в восторге. Я большая поклонница творчества Angel Chen. Какие наряды с удовольствием бы надели? Я бы выбрала объемную разноцветную рубашку. А мне запомнилась желтая рубашка. Привет зрителям телеканала Old Fashion. Все было замечательно. Я получил большое удовольствие от показа. Все решения дизайнера исключительно удачные. Я в восторге. Больше всего мне понравились желтые наряды. Красиво и ярко. Весь желтый блок мне пришелся по вкусу. А еще мне очень понравилось, как дизайнер использовала светлый оттенок фиолетового цвета. Мне в этом сезоне особенно понравился крой, силуэты нарядов. Сильное впечатление произвели красные наряды. Такие образы не забываются. Дизайнер отлично работает с красными.